Привет, меня зовут Вера Фокс, я преподаватель рока экстремального вокала. Сегодня мы поговорим с вами о приеме драйв. Что же это такое? Прием драйв является одним из самых желанных для большого количества рок-музыкантов. Почему же? Потому что он... И он у меня есть! Лузеры! Итак, что же такое драйв? Это достаточно амплитудное расщепление, которое будет у нас с вами сделано в двух типах механизма смыкания. Это в грудном и фальцетном, на двух типах звука, на грудном и на микстовом. Не старайтесь его впаять в фальцет, потому что все равно не получится. Итак, какой же у него алгоритм? Это достаточно филигранное приподнятие гортани, и если в грудной позиции это будет приподнятие и заведение гортани назад, вот таким образом, то в микстовой позиции корень языка будет идти чуть наверх, и звук будет идти весь вперед. Эй! Эй! И тот звук достаточно безопасный, если делать их правильно. Поэтому обращайте внимание на то, когда вы управляете своей гортанью, чтобы ее движение было достаточно микроскопическим. Для того, чтобы натренировать этот звук, начните с того, что вы закроете носовые пазухи вот таким образом. Получите обычное назальное звучание. И к нему... чуточку приподнимая гортань, вы получите расщепление под названием драйв. Зачем мы с вами будем это делать с открытым ртом и закрытыми носовыми пазухами? Для того, чтобы ни в коем случае вы не саданули себе по связкам. Такого звука быть не должно. Открываем рот, зажимаем носовые пазухи и весь звук направляем в район носа. Когда мы приподнимаем гортань, появляется это расщепление, и только после определенных тренировок в носу вы открываете этот звук и получаете хорошее драйвовое расщепление. Что же касается микста, вам обязательно нужно найти позицию плотного хорошего микста и, получив себе его, чуть-чуть приподнимать корень языка. Получится вот такой, немножко поросячий, конечно, но драйвовый эффект. С вами была Вера Фокс. Будьте аккуратны. До встречи.